самая титулованная спортсменка Украины, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, сбежала с 12-летним сыном Александром во временно оккупированный Крым, где родилась, и упорно молчит о Украине. Оказывается, пловчиня вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Крыму. Свою страницу в Инстаграм Яна закрыла, а Украине молчит, и за почти полтора года она ничего не сказала о вторжении. Спортсменка решила окончательно пробить дно, ведь она все еще ведет страницу в российской соцсети ВКонтакте. Поведение героя Украины Клочковой не удивляет, если учесть, что в свое время она поддерживала сбежавшего президента Януковича, а мама спортсменки в 2021 году, после 7 лет действий на Донбассе, постила у себя в Facebook георгиевскую ленту. Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006-м Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу и даже была избрана депутатом Харьковского городского совета от партии регионов.